вот этот дворовая территория, здесь все очистится, соответственно, выход. Это помещение тоже можно использовать. Общая входная группа. Это помещение пожарное будет заблокировано. Так, поднимаемся по ступенькам и попадаем в наше помещение. Мокрые точки здесь есть. Горячая, холодная вода есть. Окна по периметру. Потолки около 4 метров. 180 метров здесь квадратных.